Что вы делали, когда станция закрылась? Я искал работу, заботился о матери, думал. И о чем вы думали? В Кармаке происходит много аварий. Поэтому нам нужен посредник. Вы понимаете, что это за должность? Думаю, вполне понимаю. Я горжусь тобой, Фрэнк. Новый посланник в Кармаке. Доброе утро, Фрэнк. Твои визитки. У меня есть секретарь. Секретарь? Да. Все по-разному переживают горе, по-разному реагируют. У тебя всего один шанс. Чем меньше ты скажешь, тем лучше. Вам придется общаться с людьми в самые тяжелые моменты их жизни. Что делает посредник? Посредник сообщает новости. Что произошло? Они попали под поезд. О чем это вы? Он только ходит по дому в своем черном костюме. Ну да, аварии не было уже пару недель. Это же хорошо. Я не хочу из-за этого потерять работу. Все сведения конфиденциальны. Все, что ты услышишь, тайна. Да, ты не представляешь, Стив. О чем ты? Мне нельзя рассказывать. Извини. Вот и Фрэнк Фаррелли. Ищет пострадавших. Да? И что ты сделаешь? Сейчас ты не посредник, а свидетель. Тебя что-то беспокоит, Фрэнк? Я похож на человека, который приносит плохие новости. Может, он еще что-то чувствует? Я глаз не сомкнула, так беспокоилась. Я уже не знаю, с кем ты и где. Тебя просто проверяют, Фрэнк. Это было легко. Вот так. Пока в деле слишком много неясностей. Порой я задумываюсь, что такое несчастный случай. Где ты был? Не твое дело. Фрэнк, на этот раз новости сообщают тебе. Это ты во всем виноват, ты приносишь несчастье. Фрэнк, что ты наделал? Посредник. Фильм Бента.